неприхотливый, недорогой, а главное, нетоксичный. Именно за таким линолеумом мы отправились на строительный рынок. Чтобы не выглядеть дилетантами, сразу показываем продавцам свою осведомленность. Наш первый вопрос звучит так. Правда ли, что при сгибании качественного напольного покрытия на нем не должна оставаться светлая полоса? Если человек с головой, он его не будет смыть. Нас здесь не поняли. Хотя, возможно, этому продавцу есть что скрывать. Ведь, по мнению эксперта, тест весьма показательный. Если вместе сгиба образуются белые полоски, то это значит, что в материале содержится извести больше нормы. В процессе эксплуатации она проявляется на поверхности в виде белых дорожек. А грязь очень быстро образовывается на таком линолеуме, и потом стандартными моющими средствами ее очень сложно удалить. Что ж, экзаменуем продавца дальше. На этот раз мы заинтересовались основой линолеума. Тканевая обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Но выдержит ли такой линолеум частые влажные уборки? Жутовая основа, да, она гниет прель. А это прессованный воздух, ему ничего не будет. Говорит продавец уверенно, но верно ли? Узнаем, что думает по поводу войлока профессионал. Линолеум на тканевой основе, будь то джут или войлок, боится повышенной влажности. Он легко абсорбирует воду, что может привести к загниванию напольного покрытия. Получается, что воды не любит и джут, и прессованный войлок. Продавец оказался неправ. Основа, которая не боится влажных уборок, это вспененный поливинилхлорид. Даем продавцу еще один шанс и задаем ему последний, решающий вопрос. А толщина имеет значение? Чем толще, чем мягче, я вам сразу говорю. Чтобы проверить правильность ответа, мы вновь обращаемся к эксперту. В толщину бытовой линолеум бывает от 1,5 до 4 мм. И чем толще напольное покрытие, тем заметнее остаются следы от ножек мебели и от каблуков обуви. Согласитесь, ответ эксперта более развернутый и понятный. Мы решили у этого продавца ничего не покупать. Тем более хранится у него линолеум совершенно неправильно, горизонтально. В таком положении он деформируется, и постелить его ровно будет непросто. Выбирайте напольное покрытие среди рулонов, стоящих строго по вертикали. Не прогадаете.